Здравствуйте, дорогие друзья! Этот мой новый канал. Я сейчас вам покажу кабина козловой кран ККТ 12,5 тонн. Здесь я сейчас покажу его. Вот так можно еще собрать. Есть разного способа, разного стиля, каждого электрика. А здесь вот такой вариант. Вот. Контроллер. Это ход крана, вот так, опять скажите, этот ход каретка вперед, а этот подъем. А здесь у нас черная кнопка спуск, красный звонок, ключ марка и кнопка варика. Вот это вот схема как подключение команды контроллера и концевиков. А здесь у нас силовой ящик. Вот. Вот такой вариант есть еще. Это главный контактор, который... Ах, есть рубильник. Сам он это... Автомат. Реле-контроль фаза. Пускатель для печку. А здесь тепловой защита реле. Рео 401. Максимальное реле. Ну вот так вот, друзья, вот как они обшили. Вот этот распакиваем коробку. В общем, вот все. Вот так можно собрать еще кабину. Ну, жду комментария, лайк, подписывайтесь на мой канал. В следующем видео покажу, как подключить к контроллеру и как это все связывается на этом ящику. Все покажу. Если есть какой-то вопрос, пишите комментарий. Постараюсь на все отвечать. Спасибо за внимание.